Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей Лазарев. И в этом году я вновь представляю Россию на конкурсе Евровидения. В моей жизни уже был этот конкурс в 2016 году, и я помню, как зрители картины ТВ по всей Европе поддержали меня и отдали свои голоса за песню «You are the only one» и за Сергея Лазарева. Друзья, в этом году мне тоже важна и нужна ваша поддержка и помощь. Поэтому, если вам понравится, голосуйте, поддерживайте. Песня называется «Scream», я надеюсь, что она достучится до ваших сердец.